Всем привет! Ребят, я вас хочу пригласить на следующий ретрит глубокого погружения в самого себя, который состоится в Сочи, в Лоу, с 17 июня до 22 июня. Я вас всех буду очень-очень ждать. На этом ретрите мы проговорим, что такое автономия, что такое состояние автономии. Мы поднимем те вопросы, которые вы самостоятельно по каким-то причинам не смогли в себе раскопать, поднять их наружу. Мы поговорим о том, что такое в вашей жизни еда и почему она имеет такую важность. Мы поговорим о тех моментах, что вас оттягивает вновь и вновь в ту жизнь, из которой вы пытаетесь выбраться и никак не получаете. Вроде вот-вот, чуть-чуть, вроде бы я все понимаю, но что-то получается не так, что-то всегда мешает. И мы эти вопросы обязательно раскроем. Это достаточно глубокий ретрит с глубокими проработками себя. И если вы действительно готовы изменить свою жизнь на 360 градусов, если вы готовы прийти туда, откуда уже нельзя вернуться назад, если вы готовы полностью вернуться к самому себе и узнать, кто вы есть истинный, тогда, конечно же, я вас жду. После этого марафона у вас уже не будет никогда, как прежде, тех задач, которые вы ставили изначально. У вас уже не будет тех страхов, которые вас держали. Вы освободитесь от тех ограничений, которые шли с вами на протяжении долгого-долгого времени. И если вы действительно готовы начать нового себя, создать свое новое пространство, то приезжайте. Я вас жду.